Добрый день, уважаемые телезрители. Это программа «Актуальная тема». Советы, как не стать обманутым дольщиком, сейчас публикуются довольно часто. Но что делать, если вы уже им стали? Что предпринять и куда обратиться покупателю? А главное, как отстоять свои права? Попытаемся разобраться сегодня вместе с нашим гостем, известным юристом Виталием Ханихоевым. Виталий, здравствуй. Здравствуйте. Ну вот тема обманутых дольщиков, да, тема строительства жилья очень сейчас популярна, очень бурно обсуждается, по всей стране идут съезды и так далее, да? Буквально вот вчера несколько сотен дольщиков компании «Байкалжилстрой» устроили митинг. Требование, конечно, одно – вернуть деньги за те квартиры, которые, можно сказать, повисли в воздухе. Все уповали на федеральный закон 214, но как в итоге оказывается, там есть какие-то пробелы, да? Вот расскажи, что не так с этим законом? Ну, вообще, что с законом? Не так. Закон, он сам по себе, как у нас все в стране, в принципе, неплохой. Вот, не всегда он на местах исполняется. Речь идет не о том, конечно, кое-какие нормы в законе я бы исправил, но на сегодняшний день, смотрите, вот получается 214 закон чем полезен, в частности. Вот многие люди, когда вот непосредственно компания уже начинает банкротиться, застройщик, вот, им закрывают возможность, допустим, пользоваться счетами. Ну, вот подали, допустим, на Байкалжилстрой, там, на тот же Тамир, на Зодчий, подали уже в суд, у них уже есть долги, им уже закрыли кассу. Тем не менее, эти предприятия, нарушение закона, продолжают работать, продолжают принимать наличные деньги у населения. Да? Вот, и когда человек туда приходит, например, он платит деньги, с ним заключает, допустим, договор займа. Или заключает договор долевого участия, но не регистрирует его в ФРС. Отсюда что выходит? Эти люди не имеют прав дольщиков. То есть да, они, говорили, они думали, что мы защищены законом, да, в итоге да, оказывается да. на практике, ну вот, что нет. 214 закон, он наоборот помогает чем? Тем, что эти люди приравнены к дольщикам. То есть очень много моментов, где 214 закон работает хорошо. И он точно так же, как закон о защите прав потребителей, он чем хорош? Да? Тем, что вот, ну, безусловно ставит виноватую позицию застройщика. Но поймите, пожалуйста, то есть это же рынок, и все урегулировать невозможно. То есть, вот, допустим, даже если он был добросовестный застройщик, они все живут на кредитах. То есть сегодня он есть, завтра его нету. Из кого спрашивать? Вот здесь проблема. Угу. Ну, у большинства доли профинансированы уже, то есть люди полностью погасили, да, да, дали деньги. Да, 90%. Дома недостроены. И вот что касается, например, улицы Комсомольской, здесь, согласно документам, построили, даже в эксплуатацию ввели несуществующую поликлинику. Такие схемы какие-то работают, да. Вот страховые компании банкротятся раньше, чем сама строительная компания. Вот здесь как вот скрыть, не знаю, эти серые схемы? Да, вот это вот у нас Тамир уже ООО строит. И там у них произошла неприятная ситуация какая? Да, действительно, люди застраховали свою ответственность. То есть, вот, казалось бы, пошли даже на шаг вперед. Не просто взяли, купили долевое, а еще застраховались. Застраховались от банкротства. Но происходит очень интересная ситуация, когда сама страховая компания банкротится раньше, чем вот эта страховая, чем застройщик. То есть люди даже не могут страховку получить. Да, да. И вот сейчас вот дело идет к банкротству. Мы понимаем прекрасно, что по Тамиру сейчас в ближайшее время будет введена процедура наблюдения. А в то же время в дальнейшем взыскать свои денежные средства со страховой компанией тоже целое дело, потому что компании нету, компания банкротилась. Ну, это возможно? Возможно, да. То есть в любом случае у нас есть страховые же компании, не просто так появляются, у них есть свои саморегулируемые организации. Они, в принципе, тоже должны следить, государство должно в том числе следить за тем, чтобы эта компания не обанкротилась, понимаете же, да? И вот, допустим, есть же у нас в случае с автомобилистами, есть вот этот АРС, по-моему, не знаю, как-то вот, всероссийская компания страхователей. Вот они за них несут ответственность. В этом случае тоже можно найти, так сказать, крайнего, подать в суд и взыскать. Но это будет очень долго по сравнению с тем, ну и не факт, что, конечно, что получится. Да. Ну вот предлагают, что сейчас дело создать, ЖСК, да, иными словами, взять и своими силами достроить. То есть это снова силы, это снова средства, да, вот. Нет, ну что касается... Это новая, получается, ловушка, да, такая? Вот что касается вообще ЖСК. В принципе, вот что такое жилищно-строительный кооператив, это хороший последний рубеж обороны, да, Омега? Последний рубеж обороны. Во многих случаях это не решает проблему. То есть взять тот же Тамир. Вот создание просто ЖСК, оно проблемы не решает, надо находить активы. В случае с Комсомольской создание ЖСК проблему может решить. Почему? Потому что дом почти построен, там не так много осталось. При этом вот эти два этажа, которые вот этой поликлиники, они еще находятся в собственности Байкалжилстроя. То есть ими можно как-то
оперировать, там, продавать, что-то там застройщику отдавать и так далее. То есть вот какие-то договоренности на сегодняшний день достигнуты. Я вот не могу в эфире раскрывать, конечно, всего, но если, я сейчас поплююсь, если все пойдет хорошо, то дольщики свое получат. И без необходимости дополнительно вкладываться. Вот сейчас над этим мы работаем. Возможно. Да, то есть это возможно. Это же и сертификаты различные, материнские капиталы, ипотека и так далее, участники. Да, да, да. Вот сами по себе участники, вот тоже еще одна из проблем, что оплачено очень по-разному, да? То есть вот некоторые вот свои сертификаты, кто-то наличные деньги, кто-то там натурой какой-то, какие-то гвозди, кирпичи, щебень, вот это вот. И в связи с этим очень много вопросов возникает. А некоторые люди заходят просто потому, что заходят, понимаешь, да? То есть им пишут эту накладную или пишут, что они внесли деньги в кассу, а они не внесли. И они, ну, для того, чтобы просто были свои люди, раз уж вот так вот. Ну вот на митинге вчера было предложено от Министерства строительства, что по каждому случаю будет составлена дорожная карта. Люди говорят о том, что год назад такая практика была, результатов нет. Вот что дает эта дорожная карта, действительно ли она поможет? Дорожная карта что дает? Она дает возможность проанализировать, не более того. Да? Каждый конкретный случай? Они сложные случаи, каждый отдельный. То есть вот мы сейчас в эфире начнем рассуждать, вот, допустим, по Комсомольской один случай, там есть какие-то активы. По Тамиру другой случай, там активов нету, но есть земля, которая в субаренде у ипотечной корпорации, которая в свою очередь может пойти навстречу, ну и так далее. То есть каждый случай, он сложный. Каждый случай, он отдельный. То есть нет такого, что можно под одну гребенку вести. Mm-hmm. Вот, везде индивидуальные подходы. Но просто выработка дорожной карты, она ничего не дает. Посидели, поговорили. То есть надо же что-то делать. Угу. Ну вот вообще есть какие-то, не знаю, определенные, есть же сроки, да, проектная документация, графики и так далее, да, в случае неисполнения застройщиком своих обязательств, есть штрафы, пени, вот. Они есть, и раньше до определенного момента они даже были драконовские такие, то есть просто применялись штрафы из области закона о защите прав потребителей, и там они 1% за каждый день просрочки. Вы сами представляете, квартира стоит, да, то есть так мысленно подумал, 3 месяца это 100% стоимости квартиры, да, полгода это 2 квартиры сверху, вот, и... У нас суды не всегда удовлетворяли эти проценты. Почему? Потому что тот же Байкал-Жилстрой приходил и говорил: ребята, а вот мы вам отдадим эти деньги, другие не построятся. Вот так вот. Mm-hmm. Вот сейчас принято... Сейчас это не работает. Сейчас, да, немножко по-другому это дело оценивают. Пени стали поменьше, но тем не менее все равно они есть и довольно существенные, я бы сказал. Там, по-моему, вот эта самая ставка рефинансирования, которая сейчас ключевая ставка банка, 1/300, по-моему. А, 1/150, в два раза больше, 1/150 для физических лиц. Вот. Ну, это получается где-то, я не знаю, 16% годовых. Ну, не так много, на самом деле, 16% годовых для защиты от потребительского экстремизма. Я не считаю, что надо застройщика защищать от этого. Ну, так ввели. Пени есть, штрафы есть, все это есть. Вопрос в другом. А как с него что-то брать, если у него нет ни черта? Если он банкрот. Да, да. То есть, вот это же вот самая простая схема. Вот, ну, если... исходить из злонамеренности прямо вот этого субъекта, застройщика. Вот он собирает деньги сегодня, а завтра оба, и нет у него ничего. И что с ним сделаешь? Вот что с ним сделаешь? Ну, а что с ним сделаешь? То есть вот куда писать, куда идти? Люди, когда начинают подавать в суды, они выигрывают эти суды. Следующий момент, они выигрывают суды, но денег не получают, денег нет. Что они дальше делают? Подают на банкротство. Подают на банкротство, обнаружат, что у него нету нифига. Все, круг замкнулся. И вот здесь-то на самом деле, вот в других регионах как делать, тоже Чите, например, да, взяли кусок, я не знаю, к нашему региону неприменимо, у нас все жадные, что республика, что город, да, взяли кусок земли рядом с городом, выделили его застройщикам, которые придут достроить те дома. И за счет того, что выделили просто кусок земли, те достроили эти дома. И это не легло на дольщиков, скажем так. Почему у нас так нельзя? Ну, у нас вечно война города с республикой, где чья земля, правильно? Никто, я думаю, отдавать... А какой-то реестр обманутых дольщиков такой ведется? Да, это хороший вопрос. Действительно, ведется реестр обманутых дольщиков, ведет стройнадзор. И тут уникальная ситуация. Я вот, кстати, вот на примере могу показать. Да? Угу. То есть у нас в законе сказано, что с момента, когда идет просрочка договора, ты уже можешь стать на учет. Мы подаем в стройнадзор. Нам пишут, отказывают, у вас нет решения суда. Мы говорим, но если мы решение суда, допустим, делаем, мы же расторгаем договор, мы какие тогда дольщики-то, во-первых.
Во-вторых, в законе же сказано не это. Ну, то есть я когда на совещании было вот в Минстрое, я этот вопрос поднимал. Я говорю, вот перестаньте относиться с формальностью, пожалуйста, зарегистрируйте нас. На сегодняшний день, там, по-моему, 1700 зарегистрировано, да, что ли, человек. Да, уже, да. Да, так вот, эта цифра ничего общего с реальностью не имеет, потому что вот 45-46 человек, которые на Комсомольской 10, да, они там не включены. То есть это по факту, да, можно сказать. Да, Тамири тоже почти все не включены. То есть их там на самом деле, не знаю, 5-6, наверное. Вот так вот. Угу. Ну, все-таки тогда на какие законы, да, дольщику нужно обращать внимание и вообще в защите своих прав? Имеется в виду, когда он уже дольщик, да? Да. Когда он уже появляется статус обманутый дольщик, да? Да, да. Ну, вообще я бы рекомендовал самое первое, что делать в любом случае, это всегда писать претензию. Да? То есть вот первое, что надо делать. Первый шаг. Первый, да? Шаг. Самый первый шаг – писать претензию. Угу. И потом юридически, то есть, ну, как говорится, даже не подумав, можно ее написать, а потом изучать ситуацию, да, какая она есть. Почему? Потому что вот если есть какие-то активы, хоть какие-то, хоть что-то, и никто еще пока сильно не подал, надо срочно подавать, срочно выигрывать, взыскивать все-все-все, а параллельно писать ходатайство об аресте счетов. Но если этого нету ничего, да, тогда надо объединяться с другими дольщиками в этот ЖСК и как-то искать выход из ситуации. То есть здесь вот два варианта. Один вариант, когда люди взяли, засучили рукава, ну, сами собрались, скинулись. Угу. Это плохой вариант, потому что они уже заплатили за квартиры. И, то есть эти квартиры у них золотые будут, они еще два раза туда заплатят. И, ну, и второй вариант, вот как сейчас наши дольщики делают, это давить на больную мозоль правительству. Да. Я считаю... То есть верной дорогой. Ну, я считаю, что, видите, какая история? Социальная ответственность тут все равно есть. Потому что все эти люди, которые у нас, вот эти строительные, они же все депутаты у нас. Угу. Они же все у нас во власти. То есть это, в принципе, это и есть власть. Почему? Так вот можно, конечно, сказать, что зачем, это же власть, это и другое. Это... Нет, они и есть, по сути, власть. И мы все знаем, что, ну, это у нас тесная спайка, все срослись. Ну, значит, государство, в том числе и регион, должен нести ответственность. Хорошо, какие организации государственные, общественные могут вот помочь обманутому дольщику? Ну, у нас... Имеется в виду эффективно помочь или сделать эффективно вид? Помочь. Потому что сделать вид, все помогут, да, у нас. Пока никто внимания не обращает. Нет, внимание обращает. Вот как раз внимание обращает. Просто у нас Стройнадзор с нами плотно работает, Минстрой плотно работает. Ну, как-то такого помощи нет. Но они вот, по крайней мере, я могу сказать, что я вот первый раз встречаю такое плотное содействие со стороны правительственных органов. То есть вот когда я по детским садикам работал, когда мы по некачественным домам, по сиротам, ну, всем было все равно. Здесь действительно государство, по крайней мере, с нами работает. То, что эффективно не всегда, но что еще есть? Государство, не государство, правительство Республики Бурятия, оно довольно активно давит на застройщиков. То есть там есть какие-то неформальные контакты, и оно их убеждает, господа. Но мы же все знаем, что не бывает такого. Строительная фирма, она все разорилась. Все, как правило, вот здесь у него там яхта, тут у него это сам другая строительная компания, здесь еще что-нибудь, но это все под одним человеком. А когда мы берем с точки зрения юридической, формально, оказывается, вот все, голодранится и брать нечего, правильно же? Вот, на самом деле это не так, мы все знаем. То есть вот здесь, наверное, правильным путем правительство идет, оно хочет убедиться, сказать, что мы все живем в одном регионе, ну зачем тебе потом ходить людям в глаза смотреть вот это? А есть какие-то варианты выхода из вот, долевого? Конечно. Какие? Конечно. Ты имеешь в виду именно забрать свои деньги, или ты имеешь в виду выхода, в смысле плюнуть дверью и хлопнуть? Ты о чем? Нет, забрать, конечно. А, забрать свои деньги. Так вот, мы как раз над этим и работаем. То есть варианты-то какие? Вариантов какие? Сперва надо поискать имущество, какое есть. Самому, да? Если нет никакого имущества, объединяться в ЖСК, конечно, забирать, что есть уже. Да? Да. Почему? Я объясню, почему. Это же вот стройка, это не... не замерший процесс, это постоянная текущая штука. То есть вот когда мы возьмем дом любой, он не строится. Если он не строится, во-первых, он разрушается. Мы знаем, что дом без кровли 5 лет и все, первое. Второе, он разворовывается, там надо сторожа ставить, а кто будет, а ему зарплату платить надо. А это 3 смены сторожа, каждому по 30-ке платить, 90 тысяч, плюс еще оборудование, там, электричество и так далее. Ну, 1100, наверное, выйдет в месяц. И откуда это возьмется? То есть вот очень много вопросов, которые начинают возникать. То есть если ЖСК это не начнет делать, дом разрушится, вообще все активы потеряют. То есть создавать, да, да. Нужно. Потому что если жить в вакууме, то есть отвлечься от того, что где-то есть правительство, которое о тебе днем и ночью думает, надо самим что-то делать. Да, параллельно надо давить на всех, параллельно надо ругаться, там надо будет, договариваться надо будет, целовать кого-то надо будет. Но опускать руки вот именно вот в этом деле ни в коем случае нельзя. У нас
пока вот по Тамиру, по Зодчему, там, пока никто не ушел. То есть там еще пока сторожа есть, пока еще стройка уже кое-где не ведется, там, но, по крайней мере, самим членам кооператива не надо с колотушкой ходить. А вот вообще в случае позитивного развития варианта событий, да, могут ли быть еще какие-то компенсации? Можно добиться? Я бы вообще рекомендовал всем добиваться не только морального вреда, но и вот этих вот своих процентов. Просто другое дело, что эти все проценты и моральный вред, они остаются на той фирме, которая застройщик. Да. Государство чего вам должно? Да ничего не должно. Да. Росстройнадзор чего должен? Ну, опять мы придем к ним, на чем скандалить, они скажут, господа, ну, мы раз в полгода их проверяем и будут правы. Поэтому, да, добиваться надо, но, знаете, если она уже фирма на стадии банкротства, тем не менее, вредным не будет подать и отсудить. А вот как доставать, это уже дело для себя. Оцени эффективность протестных акций, митинги, пикеты и так далее. Насколько эффективно? Можно реально повлиять на решение проблемы? Сложно сказать. Вообще, да, но это такое публичное привлечение внимания. С одной стороны, я могу сказать, что если бы все молчали, языки засунули и сидели, никто бы и не знал. Мы бы с тобой сейчас об этом не разговаривали. Не говорили, опять-таки, да. Да. То есть, вот, допустим, по Комсомольской, вот по Байкал-Жилстрою, да, в первую очередь, очень хорошая инициативная группа, там очень активные люди. То есть там Ирина Леонидовна, Евгения Владимировна, такая, знаешь, вот просто да. Вот. Ну, мы общались, костяк, конечно. Костяк такой, да. Они прям везде пришли, ко всем пришли, всего добились. Поэтому у них лучше всего все продолжается. А тот же Тамир, ввиду того, что, я не знаю, их слишком много, и у них там 2-3 группы, которые между собой враждуют внутри, они ни туда, ни сюда, понимаешь? Поэтому у них очень плохо получается. Ну, вот в связи с этим вот некоторые эксперты говорят, что вот так называемые инициативные группы – это путь в никуда. То есть людям нужно как бы объединяться, да, это все гасит инициативу других и так далее. Вот нужно… то есть дают совет, да, например, создать, не знаю, ВКонтакте сообщество какое-то и так далее. Вот ты как можешь оценить? Ты вот это из разряда читать? Управления людьми, да? То есть мы говорим о менеджменте, по сути своей. Да. Вот чем он сложен? Тем, что на работе ты можешь сказать, ну-ка, иди сюда, я тебе зарплату плачу, да? А там все вот добровольные, да, все… Две группы, да, они враждуют между деньги, собой. Деньги, пожитель, да, и так далее. Вот если у нас нету разумного чего-то, ну, то вот зерна разума между этими людьми, если особенно у нас часто бывают личные вот эти конфликты вылезают, да, конечно, ну, это никуда не приведет, потому что вот люди у нас так в таком состоянии, в 90%, да, вот 90, вот настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, да, вот буйных людей мало на самом деле, и буйные-то люди, они, как сказать, вот не буйные, обычные, вот ты и я, например, обычные люди послушали, ну, вроде дело человек говорит, пошли за ним. А тот другой встал, да говорит, нет, ну, вроде. И мы стоим, колебаемся, понимаешь? В результате ничего не двигается. А выработка единой позиции, она крайне необходима. Это усложняет все абсолютно. И вот тем людям, которые вот берут на себя вот эту ответственность, становятся инициаторами каких-то движений, надо понять, что они несут ответственность перед другими людьми. Да? Без лидеров тоже. Да, как? То есть, если ты сказал, да, вот нет, лидерство должно быть, но оно должно быть единоголовое, скажем так, да, когда мы начинаем там разводить вот это все дело, оно никуда. Вот по Тамиру, кстати, там получается, с одной стороны, они говорят, одна группа говорит, давай срочно создаем ЖСК, другая группа говорит, ни в коем случае не надо создавать ЖСК, вас все обманывают. Вот. Надо, говорит, что же они сказали-то? А, арбитраж сам создал ЖСК. Получается, эта группа уже создала ЖСК. Они создали ЖСК, Тамир в это ЖСК сейчас передаст, ну, что осталось, то и передаст. Зайдет управляющий, с кем он будет работать? С этим ЖСК. А эти ребята остались за бортом. И сразу возникает вопрос, а об их правовом статусе, ты понимаешь? Первое. Второе. Вот эти ребята, которые за бортом, они таки придут обратно, а, допустим, это же кооператив. Кооператив – это самоорганизация, понимаешь? Они возьмут на общем собрании, что с вновь входящего по 150 тысяч, это самое, или идите лесом. И будут правы, и никто их по суду не заставит, понимаешь? То есть усложняет, ухудшает обстановку. Самое главное, что дает надо. Дает тебе еще какие-то дополнительные. Да, да, людям припомнят. Надо постоянно, людей образовывать надо, просвещать, информировать. Вот, мне кажется, самая главная функция, которую могли бы взять на себя, в том числе наши органы, вот, потому что они многого не могут, у них ограниченный бюджет, я их понимаю, у них только контрольные функции. Но самое важное, что они могут делать, это постоянно людей просвещать, что надо делать, как надо, какая процедура, что, в каких случаях что происходит. Здесь очень много зависит еще, наверное, от юриста, да, все-таки? Ну, конечно. Если, это же юридическая, да, процедура, да. Безусловно, да. Вот, но, видишь, юристы тоже такая штука. Мы же, у нас юридическое сообщество является монолитным. Правильно, да? Люди пришли вот к человеку, он сказал одно. Люди пришли к другому человеку, он сказал другое. И здесь не может быть единого мнения, потому что по-разному бывает. Все понятно. Да. Но
Когда люди вот начинают, не разбираясь в вопросе, говорить, а вот пошли туда или пошли сюда, это потом приводит к печальным последствиям, на самом деле. Ну вот все-таки давай подытожим, да, как отстоять свои права и вот какие-то первоочередные шаги, что делать? Мне кажется, самое эффективное, это вот в том числе то, что вот сейчас Ирина Леонидовна вместе с Евгением Владимировной-то делали они все время, да? То есть они били во все колокола, во-первых. А во-вторых, конечно, Путину они... письмо написали. Путину написали, вот Николаю Будуеву, от Николая уже мне перешло вот это все, ко всем сходили, в конце концов, в том числе и ко мне обратились. То есть, да, обращаться к юристам, обращаться к общественникам, обращаться к правительству, звонить во все колокола, ну, прямо ложиться на рельсы не надо, здоровье свое надо беречь и ценить, да? Ну, тем не менее, за тебя, вот, твою работу, поэтому никто ничего не сделает, конечно. Ну вот какие прогнозы можно дать в этой ситуации? Как считаешь, я честно скажу, вот поскольку я вовлечен в процесс, да, непосредственно, я бы, да, непосредственно, я сейчас этим занимаюсь, я бы не хотел сильно давать прогнозы. Мне кажется, что все будет у нас хорошо. Вот, просто вопрос в сроках. Да? Потому насколько что это может растянуться еще, да? Да, сроки. Мне в конечном итоге все равно будет хорошо, просто когда? Нам-то надо, что вот март месяц пошел, мы бы строиться начали, допустим, там, да? Или там по Тамиру уже договорились с ипотечной корпорацией, пошли куда-то. Конечно, да? Люди ждут несколько лет уже своих. Да, да, да. Оно не факт, скажем так, не факт. Я очень сейчас могу сказать вот про Байкалжилстрой, да, что я доволен сотрудничеством с ними, в каком плане. Они вот, несмотря на то, что понятно, что они корки намочили, в том плане, что они вовремя не сдали это, и был конфликт у нас с ними довольно, мы там и ругались все, и кричали, но на сегодняшний момент они выполняют свои обещания. То есть они ушли от процедуры банкротства, то есть нашли деньги, закрыли эту процедуру. Да? То есть сейчас мы пойдем по другому пути, у нас есть договоренности какие-то. Поэтому я очень искренне надеюсь, что это будет в дальнейшем выполняться. Да? Первый вот как сдастся дом, первый приду обниматься со всеми, даже с Байкалжилстроем, там, с кем угодно. Ну, мы будем следить за развитием ситуации. Спасибо тебе большое за беседу. И напоминаю, что это была программа «Актуальная тема». На этом все. Спасибо. До свидания.